ЧП на строительстве кадетского корпуса. В субботу, 7 июля, там произошел обвал грунта. В образовавшуюся яму провалился грузовик. Водитель погиб. О причинах и необходимых мерах безопасности говорили сегодня на совещании главы Чувашии и правительства республики. По предварительным данным, обвал грунта произошел на месте бывшего туннеля бомбоубежища. В образовавшуюся яму глубиной 5 метров угодил грузовик. Водитель попытался выйти из кабины, но его засыпало землей. По данным вида работы, соответственно, не были завершены работы по демонтажу бомбоубежища. Соответственно, проводилось вибрационное уплотнение грунта. И один из туннелей, входная группа в бомбоубежище, предварительно обрушилась плита, соответственно, и понесла за собой обвал грунта. Это оценка, так скажем, та визуальная оценка, которая была осуществлена практически сразу после момента уже непосредственно инцидента. По словам министра строительства Владимира Михайлова, демонтаж старого тоннеля был предусмотрен проектом. На эти цели даже заложены средства. Почему так получилось, предстоит выяснить. Следственный комитет возбудил дело о несоблюдении правил технической безопасности. Глава республики поручил оказать семье погибшего рабочего материальную помощь.